Полюбившееся горожанам место отдыха, сердце старого района, сквер на проспекте Мира и старый фонтан в скором времени, возможно, преобразятся. Жители нашего города могут выбрать, какую территорию, в каком микрорайоне ждут капитальные изменения. Реконструировать сквер могут в случае победы Сарова в федеральном конкурсе Минстроя среди малых городов и исторических поселений. Ранее наш город выиграл этот конкурс с проектом преобразования парка имени Зернова, где сейчас идут работы. Чтобы в очередной раз получить 100 миллионов, жители должны выбрать территорию, поэтому администрация проводит опрос с целью узнать, какое пространство горожане хотят благоустроить. Выразить свое мнение жители могут в социальных сетях, на электронную почту прислать свое мнение или лично прийти в здание администрации и там заполнить анкету. Территорию для благоустройства жители могут предлагать сами, либо выбрать из списка администрации. Пока этих объектов 5. С точки зрения специалистов муниципалитета, эти общественные пространства максимально востребованы у саровчан. Среди территорий, которые могут выбрать жители, это сквер на проспекте Мира и площадь Ленина, детский парк на улице Сосина, территория улицы Московского около ЗАГСа, территория сквера в 22-м микрорайоне и самая большая территория и самая нетронутая – это левый берег набережной реки Сатис, напротив парка. Голосование продлится до 15 сентября. Затем начнется обсуждение того, что именно надо сделать на территории, которая наберет большинство голосов. Чтобы по максимуму учесть все мнения, администрация проведет ряд опросов и встреч с жителями. Сам конкурс Минстроя пройдет в 2020 году. Екатерина Апенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.